Watch аромат 2002 года. Вот он сейчас, видите, в новой версии обновлен. Если раньше были встроенные часы, то сейчас они просто отдельно на цепочке. В принципе, это и хорошо, потому что воспринимается как декор, потому что раньше было много вопросов по поводу часов. Не сколько аромат интересовал, сколько что же с часами. Ходят они, не ходят, как менять батарейку. Но аромат потрясающий. Здесь тоже изысканная подача туберозы. Семейство аромата цветочный медовый пряный. Тубероза с иланг-илангом, с ванилью и белым мускусом. Но вот иланг-иланг в этом плане очень заглушил туберозу, то есть она стала более мягкой, более скрытой. То есть нету такого яркого лилейного оттенка, вот, благодаря иланг-илангу. Но это очень такой манки, очень секси вариант, очень экстравагантный. Уже повторяюсь, наверное, самый экстравагантный в коллекции эксклюзив. Вот. И необычная такая восточная, можно сказать, немножко подача туберозы. Аромат любят. Любят. Очень красив он и зимой, в принципе, и летом. У меня подруга его обожает, она его тоннами наносит, причем ее не останет ни жара, ни холод. Вот, она очень любит его, он действительно очень красивый, очень стильный, да, очень манкий.